Всем доброе время суток, история педалями автомобиля. У нас ВАЗ-2114 2013 года выпуска. У автомобиля всего лишь 3 владельца. Также имеется шумоизоляция во всех 4 дверях. Багажник тоже шумован. Крыша у нас тоже, кстати, в шумке. Крышка багажника. Кстати, крышка багажника не шумована, скорее всего, может, миненная была. Тут остальное все в шумке. Так, что еще добавить? Давайте посмотрим состояние салона. Салончик в достойном состоянии. Спереди у нас с вами салон тоже приятненький. Также в комплекте будет набор летних колес в сборе. Два колеса здесь лежит. Два колеса мы пока выложили, потому что лежали в салоне. Положим сюда же в машину. Ну, на битье вот такое вот состояние резины. В принципе, состояние резины хорошее. Так, значит, по комплектации у нас с вами стеклоподъемники, подогрев сидений, магнитолка такая вот от фирмы Пионер. Пробег на автомобиле составляет 114 тысяч километров. В комплекте будут ключики плюс автозапуск Starline. Данный автомобиль у нас в наличии, приезжайте к нам на осмотр, вместе с вами сделаем тест-драйв, заведем, прокатимся. Если вам все понравится, эту машинку сможете у нас приобрести по системе Trade-in в кредит, либо за наличный расчет. На этом я с вами прощаюсь, спасибо за просмотр, всем доброго, до свидания.